Народ, всем привет! Вот маленький апгрейд делаю на своем траке. Значит, меняю лампочки на свет. Это что-то очень уж свет мне не нравится. Ставлю ксенон лампочки. У меня на том другом траке тоже были ксенон. Очень мне понравились, очень хорошо светят. Поэтому решил здесь тоже поставить. Еще вот вчера получил пакетик. Я думаю, что это... Сейчас мы его распечатаем. Это, наверное... Я так думаю, да, так оно и есть. Это моя бэкап-камера, камера заднего вида. Вот такая камера. Хочу себе вот сюда сверху поставить, чтобы когда подъезжаешь к прицепу, ну, чтобы легче было подъезжать, чтобы было удобно цепляться. У меня на том траке тоже была такая. И было очень прекрасно. Еще вот здесь вот сзади на этот, как сказать, здесь тоже поставлю, чтобы если сюда трейлер будешь зацеплять, чтобы тоже удобно было, чтобы видеть хорошо. Так, народ, мы делаем кровать вот сюда назад, чтобы я здесь мог спать в дороге. Сейчас выпилим все, сделаем, потом покажем. Вот. This much. Quarter inch? Yeah, like not even, but if you have... Let's put... I would leave it like that. Okay, that sounds good. Because like if you put some weight on it, that this goes down, you know, and here it doesn't. Okay. But I don't know, it's up to you. That's fine. Okay, sounds good. Примерно так. Сюда потом матрас бросим. И все будет классно. Так, народ. Вот еще дополнительный бак поставлю. Литров на 350, наверное. 300-350 литров примерно. Сюда поставим. Так, а какие у нас дела? Ну, вот мы... Надо вот этот вот бак закрепить. И... Здесь вот печку ставлю себе. Вчера вытащил опять свою конструкцию, которую я сделал кровать, чтобы вот печку замонтировать. Потом опять на место поставлю все. Маленький апдейт. Бак поставил. Подсоединил в центральную систему. Поставил
вот эту вот, как его правильно назвать, печку, вот эту вот, air heater, вебасто, чтобы можно было спать в тепле. Завтра еще поставлю опять на место эту кровать, доделаю, и все, и будет мне счастье в дороге. Поставил другой руль. Все, готов к выезду. Готов к выезду. В понедельник будем выезжать в дорогу в Америку. Так, народ, трак готов. Готов к рейсу. В понедельник выезжаю в рейс. Сегодня у нас суббота. Вон там стоит мой старый трачок. Очень жалко мне его. Но сломался. Не стоит уже деньги втыкать, ремонтировать. Он уже больше миллиона прошел. Ну, посмотрю, что буду с ним делать. А сейчас вот этот красавец. Погодка у нас классная. Ну вот так. Бак поставил. Все подсоединил. Все классно. Я позже еще сделаю обзор. Короткий ролик по поводу этого трака. Ну а пока вот так. Так, вот новый матрас. Сейчас будем резать наполовину, чтобы положить в трак. Так, народ, все, режем, беспощадно режем новый матрас. Гарантия прошло. Гарантия прошла, да. Только вот купили в Икее. Все. Режем новый матрас. Ну вот, уже стемнело на улице, а мы вот еще только успели матрас сделать. Ну все, готово. Все классно. Еще подушечку положить, одеяло, и все. И в путь дорожку.